защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, и притом делаем очень активно, и притом очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей. Ну, если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться. У нас государственное образование, государственная школа, государственная идеология, и те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим, идите, преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно.